Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться информацией о том, как перезимовала озимина в грунте. Я ее в прошлом году посадил в открытый грунт, это было осенью, и на зиму я его утеплил. Видео об этом, как я это делал, я оставлю ссылку в описании, и в подсказках также будет ссылка на это видео. И вот я хочу с вами поделиться информацией о том, что она перезимовала. Вот так она выглядит сейчас. Подмерзла только вот верхняя часть немножечко, почки здесь не проснулись. Но нижние почки живые, и вот из нижних почек пошли первые веточки. Вот так это выглядит. Поэтому и какие можно сделать такие небольшие промежуточные выводы о первом годе зимовки, что павловы в принципе способны перезимовать под укрытием. Без укрытия я не оставлял саженцы, у меня есть опыт прошлого, позапрошлого года я оставил саженцы озимины, но я оставил их просто в горшочках на земле, они у меня не перезимовали, замерзли, также гингобилоба. А что касается в грунте, именно в земле и под укрытием, то она спокойно зимует, и в принципе я считаю, что ее можно высаживать у нас. Единственное, что вот надо укрывать, может быть, первые 2-3 года потребуется укрытие. А дальше будем смотреть, наблюдать и выращивать это прекрасное дерево озимина. А если вы о нем еще не знаете, рекомендую вам посмотреть в интернете побольше информации об этом дереве. Ну что ж, на этом все. Сейчас я вставлю в видео небольшой обзор. Вот это озимины поближе. Второй озимины, который я посадил рядом с ней. Вот она в траве вот так вот здесь вот спокойно растет и развивается. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Пока.